Всем привет! Это игра зомби истории. И сейчас я покажу старую и новую. Так. Так, мы появляемся. Нам говорит он, бла-бла-бла. Нужно подождать. Ему звонит директор. Говорит, что ему звонит. Он берет трубку. Мы должны взять тот хаечный ключ. И зажимаем это, потому что это новая миссия. Так, ждем, пока он выйдет оттуда. Из этого окна. Да, там взрывается. Давай, быстрее. Вон, наконец. Минус это там что какие-то капсулы, из каких-то капсул вылазят это эти монстры. Еще минус, что говорят, так. Пока я переметал, потому что там это сильно долго. Угу. Давайте побежим. Мне скин. Скин. На автомату. Минус в том, что сильно темно. И мы используем фонарик, которого у нас не было. И еще мы не нравится, что двери такие, как и хуй. Ай-яй-яй, хоть что там завалил, прикинь. Ой-ой-ой. Просто изи, два хэдшота вообще. Так, такую. Патроны быстро кончаются, я не понимаю. Так, должен его. Еще минус, что тут видно, что тут не будем. Так. Наконец-таки. Водить эти кабли, откуда мы знаем, если их, похоже, вообще не рассказывали нам. Так. Как? Откуда? Объясните. Так, ладно. Ёшки. Кошки. Куча сидений. Давай. Кстати, когда ты нажимаешь на кнопку, посмотрите, какая. Тут чини куча кнопок. Логики нету в этой игре. Так. Я положу патроны. Чтобы убрать. Ай-яй-яй. Нужно взять патроны. Своровать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Атакуем, валим мы их на пол, чтобы они могли встать. Были инвалидами.
23 этаж, хорошо. Так, опа, вот они. Ай, больно. Косов, мужик. Вы к кому обращаетесь? У вас ноги поломаны? Идите в поликлинику, запишите там. Как там? Докторы, мы вообще супер бомбирные. Могут вам ногу за 3 секунды выбить. Так. Ой-ой-ой. Все хорошо. Нормас. Кошкин. Ты вообще на меня прыгаете. Вы что? Сай. Ой-ой-ой. Слишком много хп. Носит. Ты хо... Успокойся. Ты чего все агрессивные тут какие-то? Патроны взять. Перезарядиться. Кинкот, где музыка вообще? Мне нужно подойти. Ага, спасибо. Меди. Так, когда 10 этаж, что такое? Нет, Лена! Спасите меня! Помогите мне. Валим. Так. На. Автоматиком. Пым. Так. Атакуем. Самое главное, атакуем. А то. Один, первый. Так, ноль. Давай, быстрее. Давай, открывайся, муши. Входим все внутрь. С ножа. Заходи быстрее. Фух. Все, мы смогли. Плюс 223 опыта. Мы прохождем. У меня третий левел. Давайте в лобби. И новая версия. Да, ребят, новая. Ням-ням, 7000. 7-го представляет. А пандемик, что-то там, скипаем эту рекламу. Вот, и смотрите, как тут круто. У нас тут охранники. Вот тут понятно, откуда зомби взялись. Тут капсулы, в которых их не есть. Вот сешки. Вот непонятно было, что тут. Так, это Джек. Познакомьтесь. Мы надеваем маску. Мы идем в масках, откуда ничего не было. Хотя мы видели. Я видел. Я играл. Да. Прошло 2 дня, говорит Джек. Да. Дела такие. Да еще. Говорят, что нужно проникнуть в голову этого зомбака. Мы что, фиксики? Тут за окном видно, что это улицу. То есть это выход. Так. Джек говорит, что нужно взять этот скальпель. Порезать его нафиг. Берем и режем его ляхи. Тут есть анимация. Да.
Так, я перемотал на самый конец. То есть там тоже самое, так отстреливаемся. Короче, там нужно было включить генератор, активировать компьютер и все такое. Давайте атакуем. Ух. Так, перезаряжаемся как можно быстрее. Атакуем. Ух. Смотрите, как тут красиво. Ой-ё! Еще басяра прилетел на своем космонавте. На, по башке. Ой-ё! А можете вы уйти? До свидания, называется. Давай быстрее, молодец. Давай, валим их. Так, атакуем как можно быстрее. Это видео, конечно, долго записывалось, но что я могу поделать. Вот и дробовичок. Так, атакуем. Ой-о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 й
Так. Главное, это чтоб толпой не шли. То капец нам. Прикиньте. Йо, спасибо, что вас спасли, блин, с балкона еще прыгают. Они бы сдохли нахуй. Ну, пока спрыгнешь с этого высокого здания, пол ноги отломишь. Давай быстрее. Давай. Дыщ, дыщ, дыщ. Открылся. Давайте бы, ребят, быстрее. Ааа! Медик. Я поставил патроны, потому что у меня закончились. Фух, спасибо. Ну все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Результаты 20 баксов изи. Ну все, пока. Вот картиночка вам. Все, поки.